Привет, друзья, с вами Ваймс, я продолжаю проходить Айзека, и я хочу сегодня просто поиграть за Идена на харде и посмотреть, что получится. У меня за него все пройдено, мне лень играть за остальные, хотя сейчас я посмотрю, за кого у меня не пройден мега-сатана из интересных персонажей. Не, нафиг, Иден. Иден веселый. Когда-нибудь в другой раз повыполняю ачивки, прогресс и прочее. Итак, с чем я начал? С ошейником и с мухами. Окей, у Идена со старта, естественно, рандомные два предмета. И рандомные статы. В данном случае у меня чуть-чуть ниже базовый урон, но выше базовая скорострельность. По-моему, так. И ниже базовая скорость выстрелов. Ну ладно. Посмотрим, что из этого выйдет. Банка с мухами, каждый раз, когда я убиваю противника, туда добавляется единичка к счетчику, слева сверху, там сейчас 3. И когда я жму пробел, оно запускает мух по единичке, по одной мухе за каждую, ну, собственно, сколько там на счетчике накопилось, столько и запускает. Ау. Это не экселитаж, окей. И мухи наносят двойной мой урон. И все тому подобное. В общем, стандартно. Ошейник — это просто шанс респауна. 50% шанс, что после смерти я живу обратно. Ну, посмотрим, что из этого рана выйдет. Выйдет ли из него что-нибудь хорошее. Ну, умри уже. Окей. Бомба полезна. Эта комната легкая. У меня нет ключа, но мне он сейчас и не нужен на первом уровне. И перед тем, как идти к боссу, я, пожалуй, схожу, найду предмет все-таки. Мух в банке может накопиться, по-моему, 20 максимум. После этого они перестают стакаться. Мышка, иди нафиг. Могу я взорвать это и другое? Наверное, да, вот так. Да, идеально. Но за сердцами я потом вернусь. У меня еще и слепота, так что я не буду знать, что за предмет я беру. Ну ладно, это вряд ли будет какой-нибудь плохой предмет. Да, самонаводящиеся бомбы — это не супер полезный предмет, но это адекватно, по крайней мере. Оно мне не мешает. Это главное. Ну и 5 бомб на первом уровне довольно ценно. Черт, мне некуда уворачиваться. Ну, я сам так зашел, что мне некуда уворачиваться. Да, у меня очень много бомб. А секретка, скорее всего, вот здесь. Окей. А, да, черт, самонаводящиеся бомбы. Нет, я забыл, что они самонаводящиеся. Я хотел взорвать сундук. Но моя бомба не хотела взрывать сундук. Ладно. Я, наверное, возьму сразу сердца. После босса мне лень будет возвращаться. И также, поскольку у меня много бомб, я еще вот здесь вот проверю, потому что, скорее всего, вторая секретка здесь. Нет. Ну окей. Мухи, вперед. Ну, неплохо. Неплохо. К сожалению, у меня очень маленький, ну, не очень маленький, но меньше базового даже урон. Так что мои мухи довольно слабые и бессмысленные. Да, нокбэк. Этот кривой нокбэк. Теперь у меня еще хуже урон. И чуть-чуть лучше скорострельность, и чуть-чуть хрен знает как все остальное. Это мне не очень нравится. Но посмотрим. Шприц — это в любом случае очень полезная вещь, потому что 3 шприца дают трансформацию на плюс урон. Плюс 2 урона, по-моему. Так что даже с такими минусами это все равно очень полезно. О нет, пауки, идите нафиг. Тройной выстрел. Довольно быстрый тройной выстрел.
Ладно, я за. Очень слабый все еще тройной выстрел, но все-таки. То есть, если я нигде не найду повышение урона нормального, то у меня проблемы. Ера сейчас мне не поможет. Но сейчас эти три выстрела дамажат примерно... Ну, чуть-чуть больнее, чем один выстрел Айзека. И это ужасно. Но пока что комнаты не такие уж сложные, враги не такие уж опасные, так что... Если за босса или за дьявола я получу какое-нибудь хорошее повышение урона, то я буду счастлив. Хотя бы даже плюс один, чтобы у меня все-таки было, как будто у меня базовый урон и тройной выстрел. С такой скорострельностью это будет хорошая комбо. Да блин, сколько можно? Мне не нужно больше врагов. Поскольку проклятия слепоты у меня нет, я зайду сюда. И посмотрю, по крайней мере, что здесь. Ну, здесь ничего такого, что было бы мне интересно. Увы. Наверх или куда-нибудь там влево, допустим. Ну, нет. Определенно не сюда. Я не хочу тратить синее сердце на то, чтобы, может быть, получить что-нибудь полезное. Я могу купить синее сердце, если что. Стоп, а вот так не получится? Нет. Увы. Окей. А, да, надо. Надо мух запустить. Но они сейчас абсолютно бессмысленные. Потому что у них еще меньше урона стало. Они только отвлекают меня. Мои мухи не убивают с одного вражеских мух. Как низко я пал. Ну, удача, наверное, немножко полезнее. Где уже босс? Почему этот уровень такой большой? О, нет, у меня смена... Ну, окей. У меня смена 10 чистей бомбы, но они решили не наводиться. А, это активная хрень. Бессмысленная. Окей. Босс. Лови бомбу. Нет, не лови бомбу. Сомноводка не работает на боссов. Работает, но через жопу. Ну, блин. Окей. Это бессмысленно. И это тоже слегка бессмысленно. Ну, с точки зрения урона. Молвда Войд, конечно... А хотя нет, Молвда Войд прибавляет урон. Да, тогда это не бессмысленно. Мне казалось, он не прибавляет урон, он только дает эту фигню. Ну, тогда вообще хорошо. Тогда у меня 4 урона. И еще и Молвда Войд. А, и, наверное, я даже сделаю вот так. Только сначала применю мух. Потому что гвоздь — это все-таки более полезная штука. И я вернусь... Нет, я не вернусь в магазин, мне лень. Я мог бы вернуться в магазин и купить синее сердце. Нафиг. У меня с ними не будет особых проблем, потому что у меня гвоздь. Гвоздь дает мне синее сердце при использовании, баф урона и возможность ломать камни, наступая на них в одной комнате. Ну, в той комнате, где я его использовал. Да, надо было вот это вот немножко раньше сделать.
Ну и пока что план — это использовать гвоздь в каждой комнате с врагами, где он заряжен. То есть, если я прошел комнату, он зарядился, и я уже прошел комнату, то я его не использую, пока я не зайду в комнату, где есть враги. А, ну, или можно, например, сделать вот так. А, черт. Ну ладно. Я так надеялся на волшебный гриб. Ну и да, если я 3 секунды держу атаку, и потом ее отпускаю, то у меня появляется вот это вот кольцо. Оно дамажит довольно больно. А, и оно... Если оно убивает врагов, есть шанс, что они дропнут черные сердца. Что полезно. Я не хочу брать часы, потому что они идиотские. Плюс их еще и понерфили. Я хочу, наверное, взять вот эту фиговину. Да. Возможность таскать 2 карты, или 2 руны, или 2 чего-нибудь, это полезно. Сойдет. Часы мне просто не нравятся, с ними скучно. Я их поэтому, исключительно поэтому не беру. Ау. Почему черви? Почему такие живучие черви? А, я пройду еще 2 комнаты. Чтобы у меня был заряжен гвоздь на босса. Ну и надо бы найти еще и предмет, наверное, когда-нибудь. Что-то мне не везет с кольцом с этим. Да, блин. Окей. Так лучше. Ладно, пойду стукну босса, потом буду искать все остальное. Я не особенно спешу на босс-раш или к хашу. Мне не нужно ни того, ни другого убивать. Я хочу просто хороший ран получить. Это возможно и без хаши и босс-раша. А, также, правда, гвоздь при использовании снижает мою скорость. Это может быть проблемой небольшой. Скорострельность и скорость выстрелов. У меня вообще скорострельный тройной выстрел. Теперь бы как-нибудь еще не умереть. И будет вообще хорошо. Чего же они такие живучие? С черными сердцами не везет. Враги слишком живучие, чтобы их этим кольцом убить. Видимо, оно скейлится от моего урона. Не знаю, не уверен. Ну теперь у меня урона сильно больше, по крайней мере, вблизи. Теперь у меня удвоенный урон в ближнем бою. И на треть выше урон на максимальной дальности. Он постепенно снижается. И это офигенно. Ненавижу эту комнату. Ну, я ненавижу все такие комнаты. Это самая простая из них, наверное. Кольцо у меня стало больше? Странно. Неинтересно. Тут? Тут. Куча денег. В магазине, по-моему, было синее сердце. Стоит его купить, учитывая мою текущую ситуацию с жизнью. Ну и поехали на следующий уровень. Ну, черт, я не применил гвоздь, конечно. Но пофиг. Применил гвоздь здесь. Почему оно такое большое? Объясните мне кто-нибудь. Не, это, конечно, удобно, когда у меня это кольцо такое большое. Но это неудобно в том плане, что я
не знаю, почему он такой большой. То есть оно до этого было маленькое, а потом стало внезапно большое. От урона, может быть? Хрен его знает. Ладно, неважно. Телепорт на старт мне не нужен. Почему ты стреляешь сквозь препятствия? Какого хрена? Читерство. Я тоже так хочу. Повышение всех статов. Естественно, довольно полезно. Но мне бы сейчас бомба не помешала. Вместо повышения... Ну, не вместо. Нет. Не вместо, определенно. Повышение всех статов полезнее, чем бомба. Окей. Наверное, мне нужно забить на Maw of the Void и пытаться всех убивать, когда это возможно. Ну, то есть не когда это возможно, когда очень просто использовать Maw of the Void против милишных, например, врагов, которые... медленные милишные, или даже просто милишные, типа вот этих. Тогда да, но когда это хоть как-то связано с каким-то риском, лучше просто расстреливать врагов. Надежнее. Так, ну бомбы у меня появились, так что я, пожалуй, вернусь и взорву тот камень. Если я вспомню, как туда попасть. Вроде как-то так. Да, похоже. Ну окей. Я за. А что было слева? Ага. А что было здесь? Ага. Бессмысленная хрень. Всегда мечтал. Да, блин. Окей, это полезно. Это не очень. А камень блестящий. Он подсвечивает камни, в которых есть секретки. То есть это обычные секретные камни, и это камни, в которых есть полноценные секретки, которые можно взорвать, и под ними там люк в полу. И если обычные секретные камни и так видно, то вот эти вот камни, в которых есть люк в полу, их никак не обнаружить. Так что это очень даже полезно. Я потрачу одно сердце, потому что у меня есть уже... уже есть ошейник, так что это второй кусок гаппи. Теперь нужно еще один, и я смогу собрать гаппи полностью. Здесь я был? Нет. Что тут происходит? А, жадность. Окей. Я за. Куча денег, немножко черных сердец. Меня все устраивает. Магазин бы еще найти, в котором точно нет жадности, потому что он был только что не в магазине. Тут я не был. Вот опять. Но в таком, в такой, как бы в таком узком коридоре неудобно от них в любом случае уворачиваться. Это не магазин. Ну и хрен с ним. Определенно. Я не буду брать миньоны, миньоны не нужны. Они мешают. Больше, чем помогают обычно. Тогда магазин должен быть где-то здесь. Да. Упс.
из-за всех этих выстрелов, взрывов и прочего говна не увидел червей. Это не очень хороший, конечно, магазин, но все-таки. Что за карты? А, нет, пофиг. Пофиг, что за карты. Они не могут быть ничем полезным для меня. Ладно. На выход. И здесь я получу еще одну сделку с дьяволом. Так что хотелось бы каким-то образом где-то достать повышение жизни. Это не повышение жизни, это тупая бомба, которая с неправильной стороны от меня заспавнилась. Это тоже не повышение жизни, естественно. Хотя я могу немножко потыкать, совсем немножко. Хотя я, пожалуй, применю, да. Потому что я на это надеялся. То есть в магазине его, опять же, не будет. Счастья. Этих врагов определенно проще с помощью Maw of the Void убивать. А? Ладно. Тоже вариант. Не сразу понял, что происходит. Я давно не играл еще. Так что эти настенные пауки у меня не сразу вызывают реакцию стоять и не двигаться, потому что это лазерные пауки. Когда-нибудь надо применить. Черт, не дошел. Когда-нибудь надо применить гвоздь, да. Двойной эффект предмета? Я за, и скидка тоже пригодится. Почему жадность не дропнул скидку? Хотя это не сильно помогло бы уже. И две мухи, которые летают вокруг меня кругами и блочат выстрелы, дамажат мух и всякую подобную хрень делают. Неплохо. Совсем неплохо. А, когда-нибудь я попаду в дверь. Сойдет. Это не нужно. Дает мне белое сердце на старте каждого уровня. Тринкет. И если бы это был первый уровень, то это было бы очень ценно. Ну, не то чтобы очень ценно, но довольно ценно. Окей, вот это вот реально очень ценно. Полуторный множитель урона. Но поскольку, как бы, я большую часть игры уже прошел, то эти белые сердца мне не так много красных дадут. Так что нет. А! Какого хрена? Сойдет. Ну, поскольку я могу ломать камни, я буду ломать камни. Джокер, это полезно. Ау. Да. Поскольку я могу наступать на шипы, я буду наступать. Нет, я случайно. Но это бессмысленно. Мне ничего не нужно из этих книг. Но если бы у меня был полет, я мог бы их все четыре подобрать. Или если даже у меня нет полета, я мог бы подобрать Библию, потом использовать ее, получить полет, подобрать остальные три. Но они мне совершенно не нужны. Если бы у меня был D6, то это было бы другое дело. Я бы их подобрал все и потом зареролил все. И получил бы там другие четыре книги, потом подобрал бы эти другие четыре книги, зареролил бы их еще раз и получил бы что-нибудь, что не является книгой, скорее всего, уже.
И ни одного черного сердца. Я бы и так сюда попал. Ну ладно. Теперь еще и на большой дистанции мой урон обратно увеличивается. Я не знаю, как это стакается с Профтозисом. Ну, это не должно никак с ним стакаться, в том плане, что мой базовый урон 15,7 сейчас. Его я наношу вплотную. На максимальной дальности я наношу меньше урона. Я наношу... на 30%, в общем, я около 10 наношу на максимальной дальности. Но при этом за каждый кадр там или типа того, в общем, за каждую единицу расстояния какую-то мои выстрелы получают там плюс 0.3 или что-то подобное. 0.03. По идее, так как-то. То есть уголь, он повышает линейно урон. Линейно и непроцентно. А Проптозис — это множитель. Звезды. Почему нет? Ядовитый урон иногда. Который наносит там еще, не знаю, 2 единицы в секунду или типа того. Довольно бессмысленная хрень. Я довольно бессмысленная хрень, да. Но у меня и без него все хорошо. И с жизнью, и с уроном. Редкая ситуация, когда у меня все хорошо вообще со всеми моими статами и по всем параметрам. А! Какого черта ты подо мной спавнишься? Окей. Ну, Хагалас немножко полезнее, но я в любом случае сейчас подберу Джокера где-то. Когда вернусь сюда. А я туда когда-нибудь вернусь. Я просто думаю, может быть, где-нибудь имеет смысл сначала использовать Хагалас. Почему у меня еще не заряжен мой взвод? Окей. Это мне не особенно нужно. Ну и, видимо, Хагалаз использовать негде. Ну, здесь можно. Это ничего не даст. Черт. Окей. Магазин, да, жадности здесь нет, потому что он был на предыдущем уровне. Сундуки теперь дают мне больше лута, и я получаю 2 ключа сразу же, и эта хрень... А, открывать всякие разные двери деньгами вместо ключей? Пофиг. Мне и денег, и ключей хватает. Но... Почему ты там? Так надеялся их всех сразу убить. Также я понятия не имею, зачем я использую гвоздь, если у меня и так полная жизнь. Но зачем-то я это делаю. Сойдет. Привет, нога. Пока, нога. Это было быстро. Ну, полароид, например. Какая разница. К сожалению, не босс, не босс Раша. А, не босс, не дьявол, не босс Раша.
Но это было достаточно... А, блин, я мог Джокера использовать. Это было достаточно ожидаемо. Что я не использую Джокера. Почему у меня был еще не заряжен... Я не понимаю этот предмет. Ладно. Ключей полно. Так, использовать Джокера, если после босса не дадут сделку с дьяволом. Надо не забыть. Я, естественно, забуду. Еру я оставлю для сундуков в сундуке. Получить 8 предметов вместо 4 это довольно полезно. Я отравлю тебя. Нет, не отравлю. Окей. А, видимо, яд с них перекидывался, пока они были другими врагами. Да. Окей, я не отравлю тебя. Тоже вариант. Так, ну в комнату с проклятием я заходить совершенно не хочу. Ау, почему у меня не был заряжен Maw of the Void еще? Какого хрена? Хотя, с другой стороны, в комнату с проклятием я спокойно могу зайти, потому что у меня есть еще батарейка. И черное сердце. А то и не одно. Да, пойду загляну. Там может быть кусок гапи, там может быть еще что-нибудь полезное. Только перед тем, как заглядывать, я... Нет, здесь не может быть секретки. Тогда я просто загляну. Нет, там окажутся всего лишь тупые пауки. Кто бы мог подумать? Мне даже батарейка-то не нужна. А, да, точно, у меня же еще и аккумулятор, так что я по 2 сердца восстанавливаю из-за использования гвоздя. Идеально. Привет, босс. Это неудобный босс. Это совсем неудобный босс. Ну ладно, пока, босс. Дьявола я не получил, так что... Джокер. Плюс урон, плюс 3 черных сердца. То есть я восстановил себе 3 сердца, которые я потратил на покупку предмета. 24 урона за каждый мой выстрел. Ну, за каждый из 3 в мультишоте. Неплохо. А это интересно. Это очень интересно. Полароид, правда, будет очень сильно мешать. Наверное, я могу вот так делать. Да-да, я тут был. Это ангел.
Пока, ангел. Пойду съем батарейку, съем сердца всякие там. Восстановлюсь, в общем, слегка. Стоп, нет, батарейку есть я не хочу. Ну, нет, я... Хочу, потому что мне ее все равно... Ну, мне предмет все равно заряжать негде. Да. Увы. Было бы еще две комнаты, я бы сначала зарядил гвоздь. И потом съел батарейку и получил бы два заряда. Но двух комнат нет. И батарейки еще одной тоже нигде нет. Ладно. Я это сделаю там же. Чтобы бонус к урону, наверное. Хотя он мне сейчас не нужен на этом применении. И я, естественно, хочу применить гвоздь до того, как я наступлю сюда, потому что я не хочу тратить черное сердце. Но я могу не выходить, конечно. Окей, ключ есть. Ну, поехали дальше. Ау. Надеялся, я успею. Я ошибался. Ну, жизни полно. А, ключ есть, в общем, никаких проблем. Не должно быть. Ну, кроме того факта, что проклятие на этом уровне, которое бесит. Я, конечно, хочу туда зайти, но, наверное, не сразу. Да, вот теперь я хочу туда зайти. Пауки, карты. И бесполезная хрень. Так, это мне не нужно. Это мне не особенно нужно. Окей. Сила, конечно, помогает, но у меня уже есть полуторный множитель урона, так что она мне в этом плане ничего не даст. Плюс дамаг. Теперь у меня 26 урона в упор. И уменьшилась скорость, да. Ну ладно. Это было быстро. Сначала зайду к дьяволу. Увы. Это все мне не нужно совершенно. А мог бы предложить там, я не знаю, кусок гаппи. Какой же я теперь медленный. То есть я быстрее базовой скорости Айзека, но поскольку у меня была скорость 1.4, весь этот ран почти, а теперь стала 1.2. Я себя ощущаю очень медленным. Ну что поделать.
Черт, я получил урон. Ну и хрен с ним. Наверное, я сначала пройду полностью сундук, а потом пойду к мегастане. Не уверен, что это мне что-то даст. Ну, сундук, конечно, может предметы дропать. В этом плане он мне что-то даст. Это бессмысленно. Temperance намного более осмысленная вещь, потому что оно на следующем уровне даст мне предмет. Гарантированный. Окей. Окей. Все-таки у него есть фазы. Эра. Temperance. Взорвать. А, нет, оно не даст мне предмет. Черт. Это печально. И это все мне не особенно нужно. Вирус, ладно, сойдет. Это прибавка к урону, потому что у меня 3 шприца накопилось. Вейфер тоже сойдет. Остальное. Остальное мне совершенно не нужно. Может быть, Людовико, но не сразу. У меня скорость выстрелов не такая большая. Людовико будет немножко неудобной хренью. PHD ничего не дает, потому что таблетки не могут спавниться. А, что еще? Респаун за Лазаруса нафиг не нужен, естественно. Посмотрим, может мне D6 где-нибудь выпадет, или хотя бы одноразовый рерол. Это было бы, конечно, оптимально, зарерролить все, что там лежит. Кроме, может быть, Людовико. Хаос. Ваншотнуть мегасатану? Почему бы и нет? Нет. Стрельба бомбами это, конечно, хорошо, но то, что у меня сейчас интереснее. Окей. Я все еще не был заряжен по какой-то причине Maul of the Void. Ну хрен с ним. Сойдет. Дэдди Лонглекс топает на врагов и убивает их этим. Ну, дамажит их этим. Но часто убивает, если это не боссы. Нафиг, баг какой-то или что-то подобное. Я путаю, есть геймбрейкинг баг, который такая вот хрень летает по комнате и дамажит врагов, и, по-моему, навешивает на них статусы или что-то подобное. И есть Missing No, это пассивка, которая меняет мой билд каждый уровень. И то, и другое на данном этапе абсолютно бесполезно, естественно. Темный бомж, ты поздновато, конечно. Ну ладно. Привет. Пока. Какой легкий финальный босс. Я попытаюсь, конечно, найти секретку. Я понятия не имею, где именно она должна быть.
Видимо, здесь. А. Одно из рун может быть Пертра. Пустая руна тоже может быть Пертра. Дагас, снятие проклятий. У меня нет проклятий. Аудис, неуязвимость, Беркана, пауки и прочая хрень. Ну, тогда вот так. Увы. Теперь надо попытаться найти обычную секретку. Ну, здесь она, конечно, теоретически может быть, но вряд ли, да. Стоп, там же был Аудис. Нет, там... Что? Давай там руна, которая карту открывает или нет, и какая это? Вроде Аудис. Или Аудис это неуязвимость, я не помню уже. Ну и хрен с ним. Мои выстрелы притягивают всякое говно. Идеально. Все? Все. Уровень кончился. Печаль. Печаль. Я подберу все-таки Людовико, наверное. Это немного безумно. Но хрен с ним. А, и с притяжением оно довольно неплохо работает. В секретке жадность. Могу в себя притянуть все эти деньги и предметы и прочую хрень. Нет, это мне не нужно. А, остальное, в принципе, мне просто не нужно подбирать. Я применю руну, но она окажется хренью. Но она выдаст мне еще одну такую же руну. И она тоже окажется хренью. И тоже выдаст мне такую же руну. И тоже окажется хренью. Печаль. Не везет. Только одну фазу его убивает. Странно, вроде должно мультифазовых боссов полностью убивать. У него такое безумие с его паттерном из-за того, что у меня притяжение всего, включая его выстрелы. Или что? Ну, в любом случае, это было довольно весело. А, ну, я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.